Доброго времени суток. Я продолжаю обзор по аппарату Тербокон УБ. Термоконтроллер универсальный, бытовой. Очень удобная мобильная такая штука, которая позволяет создать за 5 минут термостат. К примеру, если термостат, но если... применить к этому агрегату еще временной таймер, то можно получить вообще уникальную штуку. Для примера, когда вам необходимо просто и быстро на зимние условия создать в гараже, ну вот утром, когда приходим в гараж, в гараже прохладно. Чтобы постоянно это не нагревать, не тратиться на электроэнергию, мы можем подключить обогрев, к примеру, там на 6 часов утра, и ровно к 7:30 у нас будет теплый гараж и теплый автомобиль. Мы можем прийти и спокойно себе отправиться куда нам нужно с хорошим настроением. Для этого этот аппарат, видите, он мобильный, здесь даже есть вот такая, да, небольшой какой-то, он очень легенький, небольшое крепление, его можно поместить на любой поверхности и разместить термопару там, где будет необходимо. Теперь я именно в этом видео, я хотел остановиться на другом моменте. Этот агрегат, вот то есть сам термоконтроллер, он может работать в двух режимах, режимах нагрева и в режимах охлаждения. То есть его можно подключать как прибором обогревательным, так и прибором охладительным. Это происходит следующим образом. Для того, чтобы... Ну, я лучше продемонстрирую, как это будет происходить. Для этого нам нужно будет снять вот термо... такой вот... ну, регулятор со шкалой, скажем так. Вот видим. Довольно-таки все просто. Крепление происходит на два болтика. Чтобы не трясти камеру, я сейчас на минутку сделаю паузу. Освободив два крепления, снимаем крышечку и видим внутри. Для удобства обозначено контакты. То есть один проводок, как видите, идет цельным, и два, один контакт, это основной, когда подключается сеть. А вот этих два разъема на самом приборе, они обозначены как 1 и 2. И P1 это общий, где подключается сеть. А вот этих 1 и 2, то есть красным обозначено, куда подключается, если нам нужно в случае теплового термостата. И в случае, если нам нужен холодильник, то мы подключаем его к голубому разъему. Вот все довольно-таки просто. Особо больше тут нечего такого добавить. Все простенько. И обратно собираем. Ну, сам случай переключения между режимами из холодильника, обогревателя в холодильник, ну, он не происходит уже непосредственно так на протяжении там каждый час или каждый день. Ну, этот аппарат используется для какой-то цели или в том случае, или в другом случае. Поэтому, ну, нет необходимости как-то это все адаптировать, какие-то здесь дополнительные переключатели. Я не считал нужным усложнять систему, иначе это добавит по стоимости. Поэтому для разных случаев это можно сделать самостоятельно. Нет тут никаких проблем. Вот. Возвращаем в исходное состояние и подключаем сам регулятор. Вот, все, вернули в исходное состояние. И состояние сети у нас есть на самой вилке. То есть... если аппарат подключен, посредственно горит лампочка. Если для того, чтобы просто взять и отключить его, не нужно выдергивать вилку, можно просто выключить его кнопочкой. Вот таким вот образом происходит изменение режима работы самого агрегата. И о дополнительных сферах назначения этого агрегата читайте комментарии под этим видео. Если вас заинтересовала информация, которая прозвучала в этом видео, то непосредственно в описании вы найдете контактные данные, как можно связаться и заказать такой агрегат себе для грибного помещения или каких-то других целей, подогрева подвала, гаража, помещения с животными, растениями и так дальше. С вами был Макс Селлер на канале Funny Mushroom School. До следующих встреч.